Привет, друзья, подписчики канала. Вот у нас сегодня очередной день рыболовный. Идем проверять сеточку. Поставили несколько дней назад. И говорят, что она примерзла. Сейчас будем выдергивать. Так, хотелось бы, конечно, поймать карасиков. Ну, посмотрим, вот Серега уже ушел. Лунку долбит. Сейчас посмотрим, что у нас там за рыбалка сегодня добрая. Пришли к лунке. У нас сетка стоит. Сейчас посмотрим. Серега пока долбился. Ледик уже где-то сантиметров под 30. Вот так вот. Серый пошел вторую лунку. Второй конец сетки. Очищать. Будем надеяться, что все в порядке. Кстати, а где прогон? Прогон где-то лежит. Надо смотреть. Без прогона ничего не сделаешь. Или снимать будем, короче. Наверное, снимем сетку, да и все. Не получится у нас смотреть за ней. Это у нас с сетями, друзья, похоже, крайняя рыбалка в этом году. А может и нет. Так, пошел я следующую луньку долбить. Вот так, друзья, весь процесс происходит. А зимой глубокой, в январе, приходится иногда подбивать по метру, если дня 3-4, не проверять. Труд. Труд, труд, труд. Труд, еще раз труд. Перед тем, как, друзья, сетку вытащить, надо поставить прогон. Мы решили, короче, не снимать сеть. Может быть, получится нам дальше порыбачить. Посмотрим. Сейчас вот подцепим прогончик. Вот так, погодка отличная. Ветерка нет. Градусов 23 минус. Мы, как всегда, с голыми руками. Ну, друзья, дорога бурановская набита. Фух, свежий воздух, отлично вообще. Красота. Короче, друзья, не будем мы снимать сеть. Попробуем его вытащить. Вот. Может, она у нас еще половит. Поэтому будем ставить сейчас вот эту веревочку, прогончик. Будем надеяться, что у нас сетка не примерзла. Здесь мы привязываем, а там у нас будет сетка вытягиваться. Сейчас Серега ее заправит. Да, да, у нас был так. Да, не, был. Так, ну все, друзья, идем, короче, вытаскивать нашу сеть. Будем надеяться, что все в порядке. Карасиков она у нас поймает. Ну что, друзья, короче, будем надеяться, что все в порядке с сеткой. И она у нас не примерзла. А так это будет у нас коротенькое видео о нашей рыбалке. Нормально. Все нормально, сетка идет. Блин, друзья, не успел, короче, прикинь, змееголову поймали. Вообще, смотри, какого классного. Офигеть. Килограмм, ну килограмм, может, полторашка. Вообще отлично. Рыбы мало, но мы рады. Это заячаился. Подождите. Отлично вообще. Мы думали, сетка примерзла, а она нормально работает. Все отлично. Заячаился, ну большенький змееголов, конечно, для 55-ки. 60-очка была бы нормально. Сейчас выпутаем, я вам покажу его. Красавчик вообще. А так, пока стоим, нашел карасяж. Отлично. Вот рыбалка. Карась такой прям грамм, наверное, 300-400.
Недавно ели карасей, вообще обалдеть. Жарим, вкусные. Друзья, смотрите, как мы их тут жарим. Рецепты разные. Подписывайтесь обязательно на канал. Наша интересная рыбалка на море. Змей классный вообще. Отличный змей. Серега его сейчас с мешка достанет. У нас попал в мешуек. Мешуечек. О, змей. Ну, друзья, смотрите. О, щука. Блин, змееголов. И тут же сразу щука. Щука нормальная такая, прям хорошая. Вот это улов. Так глушат щуку кулаками. Щука нормальная такая, добрая. Блин, килограмм полтора. Вот это улов, ребята. Карасяш, змееголов, щука. Такая щучка пойдет. Само то. А мы думали, сетки примерзли. Сейчас будем долбить тут, выдирать их. А у нас тут вообще хорошо, все прекрасно, ребята. О, все голыми руками. Серега! Че? О, поймал! Крутая! Серега поймал, он щуку. Такую. Ребята, смотрите, какая здоровая, хорошая щука. О, три рыбища уже есть. Ну ничего. Глядишь, может, еще что-то будет. Да и сетка нормальная, ничего не примерзло, все хорошо. Карасяш. Ну, рыба сбавила, да, что? Ну, а что поделать? Все нормально. Карасики все как на подбор. Грамм по 300, по 400. Аккуратно. Да-да-да. Да, подсбавила чутка рыба. О, карасяш, еще один. Еще один за карасик. Карасик. Хорошие, темные такие, темненькие карасики. Отлично. Улов нас, друзья, увеличивается. Ну, еще карась. Пока. Пускай, хорошо. Да. Змееголов, конечно, классный. Такая вот у нас рыбалка, друзья. Пока снимал. Еще карася поймали. Нормального. Ну что? О, еще карасик. Ну, вообще прям красавчик. Да караси у нас все нормальные, добрые. Отлично. Змееголов вообще красота. Хороша рыбка. Зимой. Скоро сеточка, наверное, уже все. 40 метров. Кончик. Все, конец. Иди, Бахоня, иди. Иди. Все, пойду, короче, это. Давай быстрее, иди. Пойду, короче, помогать, друзья, надо вы. Вытягивать сеть прогоном. Мы сегодня вдвоем. Поэтому нам не с под руки снимать. Серега сейчас будет затягивать сетку. Ну, а я буду вытягивать прогон. Так, ну все, друзья. На этом заканчиваем рыбалку с нашей первой сетки. Давайте, подписывайтесь. Обязательно. Новых рыбалок будет море.